Могла бы и сказать, что лестница ненадежна. А что случилось? Она обвалилась прямо подо мной. Прости, город заброшен уже много веков. Я давно там не была, просто не подумала об этом. А еще о чем ты не подумала? Например, о том, как можно спасти моего брата? Ты пытался остановить его, невзирая на мои слова? Разумеется. Тогда ты знаешь правду. Твоего брата больше нет. Я знаю, что он не в себе. Почему его не спасти? Почему я должен верить тебе? Я ничего о тебе не знаю. И я мало знаю о тебе, сын Шарамана, брат Малика. И все же я доверяю тебе завершить то, что начал твой брат. А тебе что за дело? Ты же всемогущий джин, чуть ли не бессмертный. Раташ тоже из рода джинов. Если мы потерпим неудачу, он разрушит все, что мне дорого. Все, что я поклялась защищать. И это царство тоже. А зачем тебе я? Почему ты сама не можешь? У меня своя роль. И какая же? Ты мне не веришь. Или просто злишься, потому что понимаешь, что надо сделать, но не можешь решиться. Когда я был маленьким, мой отец часто уходил на войну. Это Малик вырастил меня. Как мне с ним сражаться? Ты будешь сражаться не с братом, с Раташем. Знаю. Но от этого не легче. Ты права. Раташ и его армию нужно остановить. Скажи, что делать? Город разрушен. Ты не сможешь ориентироваться там. Хотро-то-хотро. Бетомида. Я передала тебе свои воспоминания. Они помогут тебе увидеть город прежним. Иди, мы встретимся в храме. Что это за место? Город Рикем. Когда-то здесь жили Мариды, сильнейшие из джинов. Ты увидишь, что осталось от его величия.
этой стеной будет храм. Мы встретимся там. Вожди четырех племен джиннов. До прихода армии это был один из величайших наших городов. Что здесь произошло? Когда Соломон основал свое царство, он заключил союз с четырьмя племенами джиннов. Вместе мы строили невиданные, дивные города. Мы, мариды, двигали реки и строили акведуки. А вода... Вода несла в пустыню жизнь. Но некоторым из нас был противен союз с людьми. Раташ возглавил недовольных. Он ненавидел царя Соломона и поклялся уничтожить его царство. Раташ объединил свою силу с песком и ветром и создал армию. Это было чудовищное надругательство надо всем, ради чего мы жили. Что мы создали? Царь Соломон и четыре племени джиннов вместе выступили против армии песка. Это была страшная резня. Врагов становилось все больше, ибо песку не было конца. Прежде чем мы нашли способ заточить всю армию внутри печати, много людей и джиннов погибло. Из моего народа немногие пережили эту битву. Они покинули город, поклявшись держаться подальше от армии, пусть и плененной. И теперь осталась лишь я одна. А почему ты осталась? Рекем стоит в огромной чаше, что питает город на поверхности. Я поклялась царю Соломону охранять воду. Без нее царство на земле погибнет. Я не думала, что прошло столько времени. Я же говорила, что для джиннов оно течет иначе. Лишь когда армия освободилась, я поняла, что я потеряла. Разия! Разия! В порядке? Похоже, мощь армии влияет и на мою силу. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Надо идти, пока не стало хуже.
здесь я изучала государственные дела. Это было так давно. А я все пытался увильнуть от таких занятий. За все отвечал Малик. Как я объясню отцу, что произошло? Скажешь ему правду? Раташ убил твоего брата и пытался уничтожить царство. А ты спас его. Нам нужно идти. Да. Ниже есть коридор. В свое время он служил потайным ходом. Тебе придется пройти там. Осторожнее. Он защищен от непрошенных гостей. Не знаю, работают ли до сих пор ловушки. Наверняка. Мне всегда везет. Что я тебе говорил?
если ты меня слышишь. Бей ведет все вещи. Я слой, но сначала избавься от меня. Вот откуда город берет воду. Без этого источника он давно превратился бы в пустыню. Вот что и осталось защищать. Как они посмели явиться сюда? Huh?